закончен тайм-аут. Ну, так достаточно громко общался с командой Алексей. Посмотрели, прикинули, что ну, не достать слева желтый камень. Поэтому единственный вариант – это атака через красный. По силе Алексей сказал не больше 8 футов. Даже там не атака, а тэп-бэк красного в кнопку. Ну что же, великолепно исполняет здесь Алина этот бросок. Алина Ковалева и добывает победу своей команде со счетом 8-6.